Смотрим бой. Двоюродный брат Хабиба Нурмагомедова, Усман Нурмагомедов, Святослав Шабанов. Смотрим бой, друзья, наслаждаемся. 10 боев, 10 побед. В красных шортах Усман. Универсальный боец. В стойке рубится без проблем. Ох, как в голову попал. Ну да. Смотри, сразу же в борьбу пошел. Опс. Интересно, интересно противостояние. Опс. Все, перевел. Тейкдаун. Две ноги заправлены. И готовится к удушающему приему. Я думаю, для него не составит проблем сейчас закончить поединок и не отпустить его. Все, замок на пояснице закрыт. Уже выбраться очень сложно. Рано, конечно, начал. Надо было, чтобы подустал соперник. Но он красавец, он знает свое дело. Он таких ребят проходил. И думаю, что сейчас у него тоже получится. Это отрабатывалось у них с детства. Вот видно, как Хабиб переживает за брата. Нет, отпустил. Ну, значит, другой план у него будет. Он сейчас подберет что-нибудь. Да. Что-то придумает. Сейчас что-то придумает. Видишь, ногами машет хорошо. Надо двигаться, надо двигаться. Святослав и Усман. Ох, хорошо попал. Целился в печень, попал в бок. Не очень приятно. Лоу-кики. Сейчас сделает обманочку. Я чувствую, что сейчас он придумает. Что-то сейчас он придумает. Проверяет вот ногу лоу-киком. Сейчас что-то будет. Какой-то взрыв. Мне вот чувствуется. Хорошо. Ага. Подизмотает, подизмотает. Прыгнул в ноги, но неудачно. Две минуты. До конца первого раунда. Ой, хорошо двоечка вошла. Прямо четко в подбородочек. Ну, не останавливает соперника эти удары. Посмотрим, что еще было. Ой, какой хороший лоу-кик. Прямо напористый такой. Как мечом разрубил ногу. Удар такой. Ой, хорошо, сфотографировал. Четко. Да, универсальный боец, брат Хабиба, двоюродный. Да, повторяться не надо, конечно, потому что парень-то тоже не собирается сдаваться просто так. Но сейчас подизмотает, вот осталось меньше минуты. Опять двоечка зашла. С точки зрения скорости Усман не уступает, кстати. Ох, опять в голову. И еще боковой левый. Прямо в ухо. Пока что переигрывает. Я думаю, что раунд этот он заберет по-любому. Хороший боец. Нравятся мне такие бойцы, когда вот, как я уже повторяюсь, универсальные. И так может.
ну, пока что еще торопиться и принимать какие-то выводы делать рано. Один удар может решить все. Ну, 10 боев, 10 побед у Усмана. Это серьезно. Все, перерыв. Второй раунд, друзья мои. Смотрим, наслаждаемся боем. Интересное противостояние. Опять начинает Усман с лоу-киков. Ой, ой, красавчик. Угу. Так, такое чувство, что в этом раунде закончится. Сейчас либо на колено кто-то нарвется, либо что-то будет. Мне такое чувство. Но опять же, Усман тоже бьет ногами, он тоже устает, энергию теряет, если когда он проваливается ударами. Хороший, хороший. Что-то готовят. Что-то готовят. Апперкота не хватило чуть-чуть. Ну вот прямые хорошие. Ох, попал. На уклоне попал. Вот, все. Гильотину. За шею. Давай еще коленом. Все, он знает здесь свое дело. Нужно ронять. Нужно ронять. Ой, коленом в голову. Там губа уже в кровище. Ой, хорошо по ноге. Лоу-кик прошел. И все, ну все, доделывай. Тут уже ничего придумывать не надо. Вот его нога. Не надо ничего мудрить. Но, да. Вот, раз, два, нога. Раз, два, три, нога. Что-нибудь типа такого. Все, нога уже отсушена. Уже почувствовал он боль. Ну, Усман делает акцент на лоу-кики, тоже вначале заметно было, что он начинал с них. Да, нужно ему сейчас в клинч идти. Зачем сейчас рисковать? Он потому что... Ох, все, опять попал по ноге. Вот все, уже идти не может. Еще давай, давай доделывай это и все. И колено, еще нога. Обманочку сделай левой. Хорошо, хорошо, ну, красавец. Ну, 11-й победы у него никто никогда не сможет отнять. Это 100%. Это универсальный боец. Я смотрел его бои. Серьезный. Ой, все, с ногой проблема. Все, 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 печально. Да, контролирует. Что-то хочет сделать прием. Надо просто уже тут дожать просто. Чтобы закончить бой, потому что через полторы минуты закончится второй раунд. Как бы, чтобы силы не тратить зря. Ну и закончить красиво бой. Сейчас еще как раз после перерыва. Ну, хотя ему ногу заморозят, наверное. А, в эту же ногу колотит. В эту же ногу колотит. Все, он уже не хочет драться. Все. Все, победа. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем побед. Красава.